преддверии Кубка Конфедерации ивановские власти провели товарищеский матч по футболу. В крытом манеже стадиона «Локомотив» сборная команда правительства региона и облдумы сыграла со сборной администрации муниципалитетов. Матч провели в формате 8 на 8, два тайма по 30 минут. Перед встречей команды активно готовились и тренировались. Во-первых, были межмуниципальные соревнования, поэтому муниципалитетам может быть немножко легче. Проводили на этой неделе каждый по одной тренировочной игре. И, собственно говоря, сегодня мы все здесь. Идея провести соревнования принадлежит губернатору области. Сотрудники департаментов и муниципальных образований поддержали идею. Собрать команды было несложно. Для госслужащих футбол – один из любимых видов отдыха. Команду было собрать не так сложно. Скажем, больше того, что изначально приходило на тренировки больше людей. Часть, почувствовав свой уровень и класс, просто перестала ходить. То есть, в общем-то, ажиотаж большой. Играли две команды на два поля. То есть, в общем-то, готовились активно. Повышение авторитета спорта – задача властей. Делать это лучше всего на собственном примере. Многие игроки, находящиеся на поле, обладают знаками ГТО. Несмотря на обилие моментов, после первого тайма ворота так и остались нераспечатанными. Все ошибки будем разбирать после игры. Сейчас, конечно, имеются замечания у игроков. Почаще меняться, побольше выкладываться. Будем надеяться на победу, и пусть победит сильнейший. Второй тайм оказался более насыщен голами. Основное время закончилось со счетом 2-2. Команды захотели выяснить, кто же сильнее. За дополнительное время они забили еще по одному мячу. Игра закончилась ничьей 3-3. О создании на постоянной основе команды представителей власти региона речь пока не идет, но устраивать товарищеские матчи планируют чаще. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.